Большой зал администрации, территории особых торжеств. Повод собраться как раз под стать месту, получить президентскую награду из рук главы области. Одна из громких – орден Николая Пирогова. Медицинская премия адресована санитарам, медсестрам, водителям скорых и, конечно же, врачам, которые работали и продолжают работать в ковидных центрах. Сергей Булатов из тех, кому в силу своей профессии на полгода пришлось отодвинуть семью и личные интересы на второй план. В начале эпидемии с близкими не удавалось видеться несколько месяцев, скажем так, вот близко, не бывать дома. Вот. Ну и средства индивидуальной защиты, конечно, ограничивают в работе. Вот сначала так было, сейчас уже это как бы как повседневная одежда. В непростое время плечо врачам, в том числе и рассказовским, подставили волонтеры. Неделю назад мы отмечали годовщину акции «Мы вместе». 3 марта 2020-го почти 200 тысяч добровольцев по всей стране откликнулись на призыв помочь тем, кто на тот момент остро нуждался в участии других людей. В Тамбовской области волонтерские штабы были созданы в каждом районе. Когда акция «Мы вместе» только делала первые шаги по маленькому городу, в штабе было всего 12 человек. Теперь это количество выросло до 30. Сердцем движения были и остаются студенты. Для пожилых, одиноких людей они стали бесплатными курьерами и психологами. Было отрадно то, что студенты наши, которые жители нашего города, приехали в пандемию домой с учебы, с работы и сами искали волонтерский штаб. То есть сами изъявили свое желание помогать. Поэтому это было очень здорово. Одна заявка у нас была в ковид-центр. Девушка из Мурманска просила передать своей подруге продукты. В общем, вот это была интересная как бы заявка. Получилось? Они были очень благодарны. Да, все у нас получилось. В рамках торжественной встречи не упустили возможность сказать спасибо и тем, благодаря кому в наши дома пришло цифровое телевидение. В числе номинантов также организаторы празднования юбилея Победы. Я вручаю награды людям, чей бескорыстный труд, людям, чей самоотверженный труд, высокий профессионализм, интеллект, талант, различные умения созидания делают и нашу жизнь, ну и, несомненно, нашу любимую, родную Тамбовскую область ярче, краше и богаче. За каждой сегодняшней наградой стоит пример личной истории, а из них пазл к пазлу складываются успехи региона. Марина Корякина, Николай Иванов, Александр Щеднов, «Область новостей».